Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. Сейчас я для вас в прямом эфире покажу, как происходит на приеме удаление бородавок. Может быть, это будет не очень быстро. Бери левую ручку. Значит, смотри, вот эта штучка наклоняется. Где у тебя левая рука? Вот это? Кажется, это. Вот сейчас мы на ней... Солнце не видно. Вообще ничего не видно? Ну, вот так. А в камере что-нибудь видно? Ну, вроде видно. Честно? Да. Здравствуйте, наши маленькие любители экстремизма. Слушай, ты, если какие мне вопросы задаешь, ты мне пока... Первый вопрос. Спасибо. Как ответить? Ответить надо на здоровье. На здоровье. Тут руку твою видно? Нет, она камеру. Да, надо. Давай мы сейчас направим камеру так, чтобы было ручку видно. Давай, руку-то где? Рука-то. Ты почему не сел на электрод? Пересаживайся. Так на него сесть, наверное? Попой на электрод, конечно. Опа. Ой, фу, неприятно. Неприятно. Еще пока ничего не началось. Ну, направляй. Руку видно, на которую мы делаем? Вот так. Вот, сиди, чтобы руку было видно. И смотри, что люди пишут. И мне будешь говорить. Вот видно, как я укольчик делаю? Значит, смотрите, вот у меня мой любимый пациент. Я им занимаюсь уже на протяжении множества лет. Ему тоже очень сильно нравится у меня лечиться, поэтому он не выздоравливает. Да, я вот периодически отращиваю. Он периодически отращивает бородавки, мы их периодически удаляем. Любимое место бородавок – это кутикула. Это кожица вокруг ногтя. Я сейчас ввела под бородавку лидокаин с одной стороны, сейчас веду с другой стороны. Это необходимое обезболивание. Жень. Собственно, вы можете перевести на счет 15 рублей, и тогда мне сделают на один укол обезболивания больше. Да. Нет, я сделаю столько, сколько надо. Видно там что-нибудь? Видно. Вот я очень медленно ввожу лидокаин, потому что здесь очень мало подкожной жировой клетчатки, практически некуда вводить. У меня немножечко дрожит, палка. Палка. Главное, чтобы в другой необходимый жизненный момент палка не задрожала. Это чудовищно непереносимая боль. Чудовищная? Женя, почему ты меня не спросишь, а больно ли, когда в член такое делают? Я знаю. Больно ли, когда в член такое делают? Да. Значит, когда такое делают в половой член, это не больно. Менее больно, чем на руке. Здесь ничего у нас нет. Ничего. Ну, пока. Все, сиди, жди. Сейчас будем удалять. Почему не больно? Может, там что-то написали, наверное? Нет, если... Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня все вместе удаляем одну бородавку. Всем здравствуйте. Почему одну? Ну, в смысле? Слушайте, а у меня, смотрите, у меня палец сам по себе дрожит, видите? Так волнуешься? Нет. Не волнуйся. Так, ну что, видно, как я сейчас что-то делаю? Видно и практически слышно. Жень, кричать будешь? Не знаю, как пойдет. Как пойдет? Ну так, потренируйся давай. Собственно, нет, ты давай, ты плохо тренируешься. А я не выключил, и он мне все штаны прожжет. Паяльник, я его еще и не включала. Вот теперь мы научим вас работать, выжигать пузырьки. Не кричите, мы с вами. Не кричите, мы с вами. Что вы говорите? Ручку видно? Видно. Жень, люди думают... Подожди, тебе сейчас больно или ты роль играешь? Ну, играю. Чуть-чуть играешь. Давай, чтобы люди не думали, что это больно. Деньги под деревом! Хватит! Ты думаешь, я тебя пытаю? Добрый день. Родинка кровоточит и изменилась. Стала неровная. Врачи говорят, все норм. Что делать? Родинка кровоточит и изменилась. Папилломы таким же образом ударяют? Конечно, таким. Жень, честно скажи людям, тебе больно? Нет. Ну вот. Основной момент... Мне больно за страну. За страну? Это не к нам. А здесь больно? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть горячевато, наверное, да? Так, ну вот здесь вот что? Можно, так сказать, сделать контрольный выстрел? Очень приятно даже, знаете, типа вот так. Вот сейчас на улице холодно. А пальчик у тебя? Немного поджарили. Немного поджарили. Да, собственно. Вот, собственно говоря, на этом мы завершаем процесс удаления, потому что мы все удалили. Пальцы стейк. А что пищит? Пищит сам аппарат у нас. Пищит. Пищит это, когда происходит, ну я не физик, вот я нажимаю на педальку, сюда подается электроэнергия, и, соответственно, в этот момент пищит, а я ушками слышу, что электроэнергия идет. Попробуйте нажать на педальку, может быть, у вас тоже запищит.
Так, ребят, немножко сегодня был. Меня ножом резали так, что так. Это еще ерунда. Конечно, ерунда. Ребятки, мы вас любим. В следующий раз я обещаю трансляцию с полноценными ответами на вопросами. А потом в другом месте. Вместе не появится снова. Значит, вирус папиллома человека, который это дело вызывает, является... Это вирус, это инфекционное заболевание. Конечно, он может рецидивировать. Но мы сейчас назначим лечение, все сделаем так, чтобы больше ничего нигде не появилось. Выздоравливайте, спасибо. Выздоравливайте, все, обязательно будем выздоравливать, а сейчас мы останавливаемся. Женя, нажми, пожалуйста, а то у меня в перчатках. А мне обработанным пальцем? Обработанные пальцы у тебя спиртом. Тебе тоже пальцы не нажимаю. Не останавливается. Не хочет, например. Ты посмотри, что творится, а? Вниз, чтобы остановить камеру.